Субботний день для жителей села Стуково Алтайского края ознаменовался значимым событием – освящением храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Чин великого освящения, а затем и божественную литургию в новосвященном Доме Божьем возглавил епископ Славгородский и Каменский Антоний. История села Стуково началась в 1804 году, а история Покровской церкви – в 1888. Прослужив людям чуть более 40 лет, она так же, как и многие другие храмы, была закрыта и разрушена. После этого прошло более 8 десятилетий, прежде чем здесь началось строительство новой церкви. На ее возведение ушло 7 с лишним лет. Поэтому освящение Дома Божия стало большим и радостным событием для села. Оборудовав и осветив престол, на котором сейчас будет совершаться главное таинство церкви, епископ Антоний с духовенством и прихожанами прошел вокруг храма со святыми мощами, после чего, завершив чин освящения, обратился к присутствующим с архипастырским словом. Как вы слышали молитву сегодня, церковь называет храм небоподобным, да? Это часть неба здесь на земле. Вот я поздравляю вас с появлением сегодня этого неба. И сегодня, сейчас мы еще с вами совершим в этом новоосвященном храме, на новоосвященном престоле первую божественную литургию. Я надеюсь, что большинство из нас сегодня постараются приступить к чаше Христовой для того, чтобы в этот торжественный день приступить еще и ко Христу. За труды в деле строительства храма его настоятель священник Петр Лисицкий был награжден медалью преподобного Иакова Алтайского 3-й степени.